ЧП произошло сегодня утром. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Огромную брешь заметил один из рабочих. Из-за обрушения кровли занятия пришлось приостановить. Из здания в срочном порядке эвакуировали 180 человек. Причина обрушения уже известна. По тяжестью снега сломались две опорные балки. При этом, по словам представителей учебного заведения, при недавней реконструкции крыши был допущен целый ряд инженерных ошибок. Так, например, именно эти две балки были закреплены на обычные кирпичи. Другими словами, многотонную крышу держала обычная кладка. Других дополнительных опор и откосов строители просто не предусмотрели. На момент обрушения толщина снега на крыше составляла почти полметра. С начала зимы снег с кровли не счищался ни разу. На вопрос журналистов, почему так произошло, руководство колледжа лишь развело руками. Это должны специальные службы, потому что детей привлекать на эти работы мы не можем. И, естественно, мы испытываем финансовые затруднения с тем, чтобы привлечь альпинистов и специальные службы, которые этим занимаются. После случившегося у учебного заведения деньги все-таки появились. Уже завтра промышленные альпинисты должны приступить к очистке оставшейся части кровли. Подъезды к учебному заведению начали расчищать уже сегодня. Помог городской акимат. Восстанавливать же кровлю учебному заведению придется за свой счет. Между тем прогнозы синоптиков неутешительны. В среду в областном центре ожидаются обильные осадки в виде снега. Диара Ахмечина, Андрей Деминок, РТН.